Всем привет! Сегодня у нас внеочередной сюжет. Хотел вам показать новый журнал М-Хобби за апрель 2020 года. Вот он перед вами. Довольно-таки интересный. Это, наверное, самый популярный журнал о моделизме в России. Да что там, самый популярный, он, мне кажется, единственный на данный момент. К сожалению, больше никто журналов таких не выпускает. Что мы имеем внутри? Давайте пробежимся по страницам, посмотрим. Первые две страницы – это реклама, что естественно. Самый интересный раздел, да, – это новинки, новости моделей, которые будут выходить в апреле этого месяца. Начинается с 72-го масштаба. Большое количество авиации. Чешские производители очень много выпускают моделей. Ну, для нас, не знаю, что-то интересно. Вот интересный, наверное, танк в 72-м масштабе фирмы Таллери. Т-34-76 модификация. Что-то из советско-российского еще. Здесь, наверное, больше ничего нет. Микромир, украинская фирма, будет выпускать самолет Калинка-7, большая модель. Получится. Думаю, что очень дорогая. Так, что еще интересного? Хенкель 280 RS Model. Ожидается техника по 48-му масштабу. Ну, естественно, самая интересная и ожидаемая новинка — это будет вертолет Миль-24ВВП 48-м масштабе. Все, с терпением ждем. Мы тоже готовимся уже к выходу этой модели. Также Китти Хоук выпустит также вертолет К-52, КМФ-52, 48-м масштабе, тоже очень интересная вещь. АСИЭМ ожидает выпуска Хенкель 111 модификации Z1, это Спарка. Томия 48-м масштабе, Т-55, интересно, это очень интересно. 35-й масштаб у нас АСИЭМ. Так, Хобби Босс будет выпускать АКУ. Объект 292, это у нас Трампа-то. Так, здесь все понятно. 38 масштаб миниатюры от АСИЭМа на выходе будет. Ну вот самый интересный раздел для меня, например, это вот я вам рассказал. Так, дальше идет реклама. И уже пошли дальше статьи. Александр Счастный рассказывает нам о сборке модели СК-1 в 72-м масштабе. Владислав Морозов, Як-1-14М. Даже такую фирму не знаю. Фирма Крокко, латвийская, 72-й масштаб. Шишига в 72-м масштабе. Так, это у нас Су-57 от Звезды. Сергей Ряжских или Ряжских, не знаю. Сразу извиняюсь, если неправильно сказал. Так, ну вот сразу видно, что АСИЭМ Гладиатор. 32-й масштаб. Дальше у нас идет флот. Так, это у нас Звезда, фирма Z17, эсминец немецкий. Ну, Тула, это Звезда, понятно, 350-й масштаб. Ну и, скорее всего, Восточный экспресс, судя по всему, А220-100. Да, Восточный экспресс. Так, это у нас раздел броня, это у нас о тяжелых танках идет. Рассказ, причем продолжение. Все предыдущие выпуски вы можете также приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылка будет в описании. Так, это у нас про Ишаки. Статья про И-16.
Так, что это такое? Б-10. Реактивный гидросамолет. Как создавать крапиву диораму? Пожалуйста. Автомобили. Масштабный мир 2020 у нас в Курске происходил, как я помню, выставка была. Небольшой фотоотчет с нее. Или нет, или не Курск. Санкт-Петербург. А вот как раз Курск, вот тоже 2020, салют моделистов был. Ну и все, дальше реклама. Такой краткий обзор на очередной выпуск журнала. Артикул модели, артикул журнала или товара, как хотите, 4-2020. Приобрести его вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Увидимся, услышимся. Пока-пока.